Ноутбуки серии HP ProBook созданы для бизнес-пользователей, но высокое качество исполнения и эффектный внешний вид часто делают их интересными и для домашней эксплуатации. Модель ProBook 4320S – компактное решение, которое может использоваться как стационарно, так и в поездках. Нужно лишь проверить, соответствует ли цена ноутбука его функциональности и уровню быстродействия. Кроме стандартных элементов, аккумулятора, зарядного устройства, документации и диска с программным обеспечением, в комплект поставки ноутбука входит достаточно прочная сумка. Она оптимально подходит для транспортировки не только компьютера, но и самых необходимых аксессуаров. HP ProBook 4320S оснащен базовой операционной системой Linux, но пользователь без особых трудностей сможет самостоятельно установить выбранную ОС. О бизнесовом позиционировании модели в первую очередь свидетельствует ее дизайн. Корпус ноутбука выполнен из полированного алюминия. Это позволило сделать конструкцию не только прочной, но и легкой. Также стоит отметить и интересное цветовое решение. Ноутбук окрашен в темно-коричневый, но есть и ярко-красная версия. HP ProBook 4320S весит 2,15 кг, а толщина корпуса составляет 2,7 см. Верхнюю часть корпуса удерживают два шарнира, которые не позволяют экрану вибрировать даже при работе в автомобиле. Кроме металла, для исполнения ноутбука использовался и глянцевый пластик. Им отделана рамка, окружающая экран, подложка клавиатуры и периметр корпуса. Модель можно комфортно использовать как в офисе, так и в поездках, поскольку она оснащена широкоформатным дисплеем с диагональю 13,3 дюйма. Глянцевая матрица со светодиодной подсветкой обеспечивает высокую яркость изображения и хорошо подходит как для работы с документами, так и для просмотра видео. Над экраном расположен объектив 2-мегапиксельной камеры и микрофон, а динамик находится непосредственно над клавиатурой. Модель оснащена отличной раскладкой, все кнопки сделаны достаточно крупными, а между ними предусмотрены значительные промежутки. Блок навигационных клавиш визуально отделен от остальных кнопок, что дополнительно улучшает эргономику модели. Тачпад также весьма удобен. Сенсорное поле находится на уровне рабочей поверхности и имеет достаточно большие размеры, что позволяет обойтись без внешнего манипулятора. Управляющие клавиши разделены и имеют небольшой ход. К преимуществам ноутбука стоит отнести незначительный нагрев и низкий уровень шума системы охлаждения. А вот время автономной работы компьютера стандартно для подобных моделей. В тесте Battery Eater 2005 Pro аккумулятор емкостью 4400 мАч продержался чуть менее 3,5 часов. HP ProBook 4320S – модель среднего класса, и ее конфигурация в полной мере соответствует позиционированию. Ноутбук оснащен двухъядерным процессором Intel Core i3-330M с частотой 2,13 ГГц, поддерживающим технологию Intel Hyper-Threading, позволяющую каждому ядру процессора одновременно выполнять две задачи. Это обеспечивает необходимую производительность для многозадачной работы. Также здесь реализована достаточно мощная интегрированная графическая система Intel GMA HD, способная справиться с наиболее распространенными мультимедийными задачами, в том числе и с воспроизведением видео высокой четкости. Ноутбук комплектуется 2 ГБ оперативной памяти и винчестером на 250 ГБ со скоростью вращения шпинделя 7200 оборотов в минуту. При тестировании в 3DMark 06 и PCMark 05 мы получили вполне предсказуемые, но весьма неплохие результаты – 1397 и 5016 баллов соответственно. Функциональными возможностями HP ProBook 4320S мы остались очень довольны. На боковых гранях пользователь увидит все необходимые порты и разъемы. В передней части корпуса установлены аудиоразъемы и картридер с поддержкой форматов SD, MMC, MS, MS Pro и XD. Большую часть правой грани занимает оптический привод DVD Super Multi. Рядом с ним установлено два интерфейса USB 2.0. На противоположной стороне корпуса расположен еще один интерфейс USB, совмещенный порт и SATA USB, видеовыходы VGA и HDMI, разъем сетевого адаптера, гнездо зарядного устройства, отверстие кенсингтонского замка, а также слот расширения ExpressCard 34. Для беспроводной связи в ноутбуке реализованы модули Bluetooth и Wi-Fi. HP ProBook 4320S – это интересный представитель сегмента бизнес-ноутбуков. Корпус модели отличается высокой прочностью и привлекательным дизайном, а уровень быстродействия системы позволяет выполнять задачи различной сложности, в том числе и работать с мультимедиа.